Олимпийские игры Древней Греции, крупнейшие спортивные соревнования древности, проводились с 776 года до нашей эры по 394 года нашей эры. Всего было проведено 293 олимпиады в Олимпии. От Олимпии произошло и название игр. Первым армянином, принявшим участие в Олимпийских играх в Греции, считается царь Тертат I Аршакуны. Он выступал в первом веке нашей эры в гонках колесниц, запряженных четверкой коней. Однако историкам не удалось выяснить, какое место тогда удалось занять царю Армении. Благодаря трудам армянского историка Мовсеса Хорнаци достоверно известно, что первым армянином, ставшим олимпийским чемпионом, стал армянский царь Тертат III Аршакуны, который победил в соревнованиях по борьбе в 281 году на 265-х играх в Греции. Тертат III также вошел в историю тем, что именно при нем Армения стала первой в мире страной, принявшей христианство как государственную религию в 301 году. Победные традиции предка продолжил Вараздат Аршакуни. В музее Олимпийских игр, находящемся в греческой Олимпии, сохранилась древняя мраморная доска с упоминанием имен победителей Олимпийских игр. Согласно записи на этой доске, в 385 году царь Великой Армении Вараздат стал чемпионом Олимпийских игр в соревнованиях по кулачному бою. Как писал Мовсес Хорнаци, в дни их проведения по всей Греции объявлялся мир. Состязались только мужчины. Победители награждались венками и пользовались огромным почетом. Олимпийские игры были отменены римским императором Феодосием I в 394 году. Таким образом, армянский царь Вараздат был одним из последних победителей на античных играх.